вот он прямо такое открыл дорогое удовольствие. Потом прочитал, ну, он, короче, его, ну, вот так вот посмотрел, ну, она, ладно, пусть она. Она так посмотрела, надо сходить кофе к ним попить. Ну, покажите мне живого человека, который так пришел. Они даже не знают, а чем, говорит, отличается. Но мне кажется, это очень близко к кофейной истории. То есть в каких случаях, какой кофе, с каким настроением, какой кофе тебе лучше пить. Ну, да, есть такое непонимание во многих кофейнях. А потому что люди этого не знают. Они, у них есть стандартный набор. Большой или маленький, это присутствие ладу только. Ну, да, да. Латте – это молоко с кофе, а капучино – это кофе с молоком. Вот на этом уровне. А глубже для этого мне должен кто-то рассказать. Ходят две подружки. Одна латте, другая капучино. Мы делаем капучино. Да, и подвратнее, да. Возьмите, у кого латте, у кого капучино. Я, допустим, я люблю мокко. Блин, я вот эту вот сладость шоколада прямо вот сильно люблю. Которую, да. Говорит, потому что мне всего лишь в двух кофейнях сделали то, что я попросил. В остальных на меня как минимум посмотрели. Типа мы так не делаем, да? Не в себе. Потом прихожу, у меня подруга в кофебине работала. Такая, добавь туда мятного сиропа. Я говорю, блин, где мокко, где мятный сироп? Нет, ты добавь. Люди не покупают Сникерс, они покупают тот счастье, который видят. Мечту покупают, да. Она меня заставила один раз попробовать. Теперь я пью мокко с мятным сиропом, потому что она в меня попала с этим сочетанием. По воскресеньям. Здесь дегустация. Я всегда пила вот это, а сегодня я пробую вот это. Это качество. Но если вы хотите экспериментировать, мы можем вам это сделать, да. То есть это кофейня, которая расширяет твой кофейный вкус. И это фишка, и это месседж. Но это должно транслироваться не один раз. Это должно быть сквозной там, идеей через весь Инстаграм, там, через все ваши группы в соцсетях и так далее. То есть и тогда мы понимаем, что а чем отличается Brothers Coffee? А оно отличается тем, что здесь разрешают экспериментировать, здесь тебе помогают экспериментировать, здесь расширяют твой там, кофейный кругозор. Это как раз то, что мы вчера говорили про позицию. То есть одна позиция журналиста, когда он говорит, я все узнал, я тебе сейчас сообщу и транслирую, я все знаю про кофе, я тебе сейчас его приготовлю. Другая позиция медийная, когда там, чуваки, я могу вам помочь разобраться, я могу вам помочь сориентироваться в там. Вот в это том, важно. Что... Тогда вот здесь для людей, которые приходят с офисом попить кофе, здесь должны лежать чек-листы. Какой кофе я уже пробовал, и какой кофе я еще не попробовал. То есть это мой маршрут путешествия кофейного. Я начал, да, я начал, ну, это может быть квест, но дальше уже просто можно смотреть в зависимости от аудитории, насколько она там ну, да, двигательная или не двигательная.